хочешь, я тебя обниму крепче. Я не помню, чтобы было так прежде, но с тобой я буду делать это чаще. Твои грустные глаза, но я исправлю это. Зеркало души зеленого цвета, в них тону. Даже не сопротивляюсь. Ты помни эти мгновения, тебе их дарю. Мы просыпаемся и засыпаем вместе, об одном мечтаем любить, чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем, честно, мы в любовь играем. Пойми, на двоих одна душа. Мы просыпаемся и засыпаем вместе, об одном мечтаем любить, чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем, честно, мы в любовь играем. Дорогие Светлана и Иван, поздравляем вас с этим торжественным днем вашей жизни. Желаем вам, конечно, крепкого здоровья, радости, желаем вам крепкой-крепкой любви, желаем вам чудес, невероятных приключений семейных. И? Присоединяюсь. И самое главное, чтобы понимали друг друга, уступали. А еще детишек побольше. Ну, само собой, зачем? Посмотрят. 3-5. Да, чтобы они вас любили, чтобы вы их любили, обожали друг друга. Родители любили, приезжали к родителям, бабушек, дедушек ценили. Они вас вырастили, воспитали, да. Вот и приедете в гости на прославленную сталинградскую землю. Все, спасибо. Мы желаем вам в вашей жизни, чтобы у вас все складывалось наилучшим образом, чтобы вы были счастливы, у вас была самая лучшая счастливая семья, и чтобы все ваши мечты сбывались, и чтобы ваша любовь длилась вечно. Всего самого хорошего. Иван и Светлана, желаю вам счастья, желаю вам радости, желаю вам бесконечного удовольствия, любви. Главное, будьте счастливы и друг друга понимайте и уважайте. Всего доброго. Мы поздравляем вас с днем свадьбы. Желаем вам самое главное благополучие в семье, чтобы у вас. Чтобы у вас было все хорошо, чтобы была крепкая дружная семья, чтобы никуда не ссорились. Любви, много-много, большой-большой, чистой, искренней любви. Да, много, что? Очень много любви. А также мы ждем пополнения от вас. Да. Мы вас любим. Мы вас очень еще поздравим. Она от тебя не уходит. Все бумажки срежьте, на одной напишите. Лети уже! Не хочет улетать! А вы бумажки, бумажки оторвите, шары улетят! Я думаю, на одну бумажку. Перевешивала целиком фамилия. Ну, дорогие наши дети, мы вас от души поздравляем с этим праздником. Берегите друг друга, любите друг друга, уважайте. Всех вам благ. Детишек, внуков нам, внучек. Всего-всего самого-самого хорошего. Мы вас очень любим. Всех благ, всего хорошего. Мы поздравляем вас. Добрый час. Самое главное вам, конечно, взаимопонимание, взаимоуважение, учиться друг у друга, ну, всего-всего, потому что вы
встаете на такой путь жизненный, семейный, который требует, конечно, и терпения, и взаимоуважения, и всего-всего вам самого-самого, при самого хорошего. Respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero. Светлана, привет! Сегодня 21 ноября, день вашей свадьбы, так сказать, день рождения семьи. Мы хотим пожелать с женой здоровья вам, крепости духа, улыбок, всегда любить друг друга, уважать, сохранить этот трепет, как в начале, так на всю жизнь, нарожать много детей, дождаться внуков. Всего вам самого хорошего, мы вас очень любим. Остальные пожелания вам на свадьбе же скажем. Все. На торжественной церемонии регистрации брака под ваши аплодисменты встречаем Ивана и Светлану. Уважаемые Иван и Светлана, в вашей жизни наступил незабываемый день. В сердцах наполнены волнением, счастьем и, конечно же, любовью. Все мы рождаемся, чтобы любить и быть любимыми. Каким бы ни был этот мир, важно, чтобы рядом находился самый родной и дорогой сердце человек. Ведь любить – это прежде всего найти свое собственное счастье и сделать счастливым близкого человека, наполнить жизнь друг друга особым смыслом. Истинное чувство не требует слов, но сегодня особенный день. И перед государственной регистрацией брака прошу отметить, является ли ваше желание стать мужем и женой взаимным, свободным и искренним. Прошу ответ ваш, Иван. Конечно, согласен. Ваш ответ, Светлана? Нет. Скажу я никогда, поэтому говорю я да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваши взаимные желания и согласие дают мне право зарегистрировать брак. Приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака. Прошу. Перед вами обручальные кольца. Отношение к ним во все времена было и остается почтительным и трепетным. Но не забываем тот момент, когда вы с нежностью дарите друг другу. По традиции первый дарит кольцо жених невесте. Ручку бери. Невеста дарит кольцо жениху. Покажите обручальные кольца гостям. 21 ноября 2020 года в одной из красивейших столиц мира, Москве, ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поцелуем. Поздравьте друг друга. Уважаемые супруги, сегодня у вас особенный день. С чувством любви и радости вы соединили свои сердца. Берегите эти чувства. Только в ваших руках находится семейное счастье.
и в подтверждении семейного союза вручаю вам государственный документ свидетельство о заключении брака. Уважаемые гости, мы поздравляем и вас с рождением новой семьи и приглашаем поздравить нашу молодую пару. Прошу. Dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí junto a mí con tus besos. Es que me muero. Necesito tenerte aquí junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Entre tus Я дождалась этого дня.